Не, ну это классно. Всем привет. Здорово. Привет всем. День добрый. Напишите, у кого какое количество осколков рейча. Бога, ну один хил остался. Так, начнем. Я, короче, могу уметь это, в танка прыгнуть еще. А тут танков хватает, на самом деле. Даркиса 11 кирс, у тебя сколько? Кирс, ты тут? Ну, Даркис это мейн. Наверное, можно сказать, что у Кирса нет в Дискорде. Ну да ладно. 3, 2, 1. Дай тебе чуть-чуть бафу. Япончик, начисляй за сбор. Вы это вчера не сильно возмущались насчет трини? Прилобнусь пока что. Так как я понял, никто не писал, что типа у нового спецрода. Не, ну супер. Я очень рада, вчера была это. Да, лица. Да. Он у меня спросил, я говорю, ты. Он у меня спросил, я говорю, ты если хочешь, я тебе отдам ее. Но он говорит, неважно. Он написал, да. Ой, да проще с Гера полутать. СРС и чешка хиловская. Обычки. Я бы ему отдала, но он как-то. Прото варф ПВЕ бьет только реваншем и хер. Че? Прото варф ПВЕ только реваншем что? И херострайком бьет. Конечно. Т5 вообще это не используется. Нет, в плане обычном. Сокрушение обязательно скилл. А у тебя нету Т5, это и сокрушение, реванш, героик, и клиф, и зандерклэп, все подряд. Знаешь, уже этот шоквейв. Когда мне пришлось сейчас танчить магика, у меня нету там сокрушения. Ну, в танке был или чего? Я, блядь, в фурике был, если бы не стал. Там с андером просто. Стой, извини, вперед не притесь, в ловушке. Я в комбате не смог снять, меня выкинули. Все услышали? Да. Миша, так вы убили магика, или ты там продолжал матюкаться? Мы же с тобой и кассу берем, правда? Агре потихоньку. Миша, когда пойдешь? Либо после РТ, либо когда-то. Все на двух персовщинах. То есть, не, если что, тебя не ждать, просто собирать и все, да? Я не знаю, уйду я после РТ куда-нибудь. Я в том, что просто чем ближе к концу КД, тем больше очень много ребят, которые слакают, поэтому очень критично быстрее закрыть этот рейд.
Ты на охоту говоришь, да? И колония, да, десятка. Я не собираю 270, блин. Я из 240 прохожу. Есть мгновенная. Кто сказал, что я таких собираю? Мгновенная фила. Я только первый день так собираю, кто сказал. Так, а Вага, а ты на ком? Отдай. Блять, я чё нахуй? Экстрасенс, блядь. Пора им стать. Дайте рыбу, пожалуйста. Сейчас. Благодарство. Можешь сказать ник персонажа, не которым ты? Маска. Ебать, ещё один вар. Луцин на боссе, Войт оф танк. Шипы, которые появляются не в мили-кэмпе, очень быстро разбивают РДДшки. Будете ебланить, как на прошлом КД, это сразу же ГП. Без права снятия. Хорошо, когда ты не РДДшка. Кир, слышишь меня? Осколков у тебя сколько? Смотри, у Даркиса не сильно меньше. Поскольку это мейн, он уже давно тут. Сильно расстроишься, если он будет собирать в ДВ-рейде свои. Поставит какой-нибудь шаман, пожалуйста, тотемы на мили. Кстати, да, Дарки с нами вок ходит так. Как бы да, Кирс тут ключевой, это что он вок залазит. Ему это профитно. А Кирса загоняйте в мейн состав, и пускай осколки собирает. Не ключевое то, что он в дворе. Если судить так, то я своим варом ходил с пугом. 50-й осколок мне уступил гриб. В гильдии я ничего не брал, соответственно, ТНКам у меня мнение такое. Если чувак ходит в дворе, ты привязан к дворе, то мне кажется, у него привык. Короче, Кирс, красавчик, уступает Даркису. Даркис продолжает собирать осколки. Перчена, баф и пул. Да точно Кирс так сказал. Плут закончили? Или это тоже ГП? Искандер чего не хватает? Улак дайте шаманам. Кулак по шаманам. МП5 может воткнуть любой шаман. Активнее. На счет 3 даю ГП обоим паладинам. Хочешь, я дам ему кулак? У него не будет каст. Пожалуйста. Красавчик. Раска, нахуй ты здесь симметон? Ничего не каст. Давал. Я бафаю каски. Ты меня доебали. РДД резче. Свитеры сбежали. Thank you.
Можно так не бегать по лужам, пожалуйста. Я все залил. У всех отказываемся от лута все. Отказываемся от всего. Пролак на ребре у всех был или у меня интернет пролагал? Япончик забирал лут. Осколок был, нет, Даркс? Объясняю в крайний раз насчет флуда. На поле босса могут говорить люди только соси, анонсится может только иннер, гимн, тотем, БР. Лишнее слово — это сразу ГП. Танки пул трэш. Так, вот эти тапки нужны кому-нибудь? А чё вага так весовой? Блять, они заевейдились, короче, сделайте там шаг назад. Мгновенно, тебе нужны эти танки, да? Войд, двинься, на тебе мог и выйдет. Да мейн или опс первый? Слеча, клятва кому нужна? Мгновенный какой спек, я не понимаю, у него хил, блять, или ТД? У него кот, ну инспек, у спек рестор. Так, вот это надо кому-нибудь? А это не его спекнули принудительно? Ты шею не ролил? Шею я хочу паролить, что? Вот это еще надо кому-нибудь? Ну, успех. Да. Мне на мейн надо. Мне на мейн. У меня ролла макроса нету. Бульван, у тебя какой мейн спек? Блеван, ответь мне, ты какой мейн спек? Ну, мне сказали идти в бельца. Сказали идти, какой есть мейн спек. Ну, хелло, бельца, май. Шопайл. Шея ушла. Шея пока еще никому не ушла. Я выше по приорам.
Каска, кулак дай. Ой, каску дай. Дай обмен. Хорошо. Чем тебе каска? Так, где ты? Спасибо. Редвар, спекайся в танка. Так, ты его на мейн собираешь. Да. Значит, слева на трэше Войд, справа Луцин. Редвар, по ситуации ты помогаешь с трэшем. На второй фазе, на боссе, Редвар вместе с Луцинем. Два мишки с Т5 агро выше, чем у него. У него нет агро у Редвара еще. Так у него же 4 Т5. У него 4 уже? У тебя 4, Редвар? 4, ну, вчера 4. Говорил, да. А, ну тогда я на трэше вижу. Ну да, ты на трэше на второй фазе. Угу. Зачем на баф пул? Перебью, можно, пожалуйста, на контроле? Пусть мин, это КД сбрасывают. Вары, роги, понты. Перед контролем вары обязательно сливают масс. Палы, бабл, сакру, ДК зеленку. Друиды в жопу и жуй, все циклонят. Кто-то не будет в контроле, это ГП. Медведа ешь, чего не хватает. Не ел, стоит в центре. У него приста... Можно, а можно приором будет совы контролить, потому что дерево... Приоритетно контролит совы. Медведа ешь, готов? Нет. Босса туннелить может только кровавый взор. Диспел. Звездопаток, сливайте. Блять, заевейдился. Медведь, не огри вообще. Падаем. Я там даже не пытались забрать, по-моему. Меня не было, но мне трэш все. Он 7 человек пришел. 7 человек убил и потом его только сварили. Да, там не было танков. Вопрос к двум людям. Йотан и Полина. Вы про флот не поняли, чего?
Я, там мобы и выделились, я сказал. Танк это может сам видеть. Еще раз спрашиваю, что-то непонятно было сказано? Это же по делу. По делу я уже сказал, что можно анонс. Все понятно, давай ГП. Это было крайне китайское. Скажите, когда там заходить? Заходи. Ты не под боссом вылетел? Нет, под мобом вылетел. Заходи. Можешь на майна начислить. Я разберусь, куда и что начислить. Это за первого босса. Вообще на бафы пол. Помощников ловить. Пока тут в текстуры улетел. Трэш убили? Стопните. Блять, перевели. Быстро по трэшу. Бурсты отдайте. Эдвар, разбираешь? Босс. Вначале все трэш добивали. На боссе только кровавый взор. НЖБР кровавый взор. Духи аккуратнее. Опять духи. Духи в миле один.
Духи, аккуратнее. Пахил. Пахил пока тут. Сантер, вставай. Мы видим, кого хилит. Духи. Ты не в сил, противец за моей воле. Дайте вихрь маску. Я там бомжей сдать, добиваем босс. Богобонд, мне нужно отойти. Так, сейчас скажу, начнем убивать по квесту чувака. Где труп? Великана, что ли, было? Да. Обратно в ДД, да? Че да, там, пока в ДД обратно. Серебра на танка залпы не падали? Нет. Просто, отец, я привяжу за тобой. Я на пару минут отойду. Так, все здесь, начинаем цеплять.
Я тут. Я кинул людей в стенку. В угол его поставь. Либо в правый угол, либо в палатку в левую. Так я к палатке уйду, ждал, что все зайдут. Квест сдадим после кораблей. На танке чего? Луцинь на вражеском корабле, Войт на нашем. Все берут ранцы. Кто в пушках? Кто угодно. Можно я в первую? Рычи на пол. Ну вы типа проню, это что резно, не резно? Резали, почему бы? Глора, свеча в рейде нужна? Запустил. Слухи свеча, это миф, то что их покупают. Сыны и дочери Орды! Нужна в рейде кому-то глора? Предполагаю, только Йотуну нов спек. Наверное, все. Данечка пишет ему нов. На третий, да? Данчик, а расскажи, как так вышло, то, что ты ролил Т5 на офспек, а у тебя вот в проте 4 Т5. Хотя это третий спек. Очень интересно. Сейчас вы ответите перед Саурфангом. Так, Глору свеча не продаем, да, сказать? Или с вечернего, может быть? Денчик, какой у тебя все-таки офспек будет? Ретрик или прот? Войт, блядь, трошки бегать. Оба у тебя быть не могут. Спек это второй спек, а третий спек мне вот, честно говоря, вообще похуй. Че там? Когда прыгнул? Перелетай. Что он пишет там, мне хоть интересно, что он говорит? Ну чё, Редрик, у него спек будет. Кстати, Кирс вчера бомбу пробовал на ком-то, она нормальная.
как будто. Ну, на мрагриме у меня нормально взрывал. И перекидывался, взрывал. Можно кэш почистить просто. Роутер прибыл. Вчера, кстати, какая-то обнова была. Все, все, не фул дим. Разрядитесь там. Вовремя успели. Сбираем лут и по-шустрому кое-что сдаем. Что там упало? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это подфартило, так подфартило. Блин, второй раз в жизни оно мне падает. Что писать таким челиком, который пишет кукинги? Как, блядь? Блин, подскажет быстренько. Кидаешь им название. Адекватно спрашиваешь левел категории, левел шмота в ответку. Хватит на него время. Давайте, давайте ему наводящие вопросы. Зачем? Читать не умеет. Ну тогда в ЧС добавляй сразу. Разбойник 21 левел. Начисляю за корабль. Мгновенно. Я уже. За всех боссов начислено. Мгновенно в ДД. Денчик тоже в ретро, спекайся. Сакеты посмотри заодно у него. Что, посмотрим ДПС? А если у кого-то Дживс не в КД, можете поставить. Тенчик, будь добр, расскажи мне, каким образом у тебя вов спеки 2-5, в третьем спеке аж 4. Тебе это спасибо. Странно, не кажется? Он отвечал уже. Пианистом говорил. Буливан, тут если что, Дживс стоит, у него можно свечки купить. Как-то все странно, ладно.
Ручу на пол. Если тебе странно, то знаешь, как мне это странно. Да я вообще в ахуе. И это потом. Запускаю босс. Луцин начинает. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. А на этом КД плечи не падали, что? Падали, их забрал пока тут. Второй раз на мейнспек. Просто я не понимаю, те плечи забрал Вага. Как бы после Ваги шел я. Сейчас забрал пока тут. Луцин опять где-то был в жопе попрёк. И опять же Луцин не может их забрать. Потом их Энджи заберет. Если не упадет Суприор. Как бы то, что он не может их забрать, это только лишь у Луцини проблема, что у него привод. Совет трэш заберите. Эдуард, ну ты чё там? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сел, блядь, в конце. Вагон, что ли? Вагон. Ты меня отдал вагон. На ребре обогнали, на сорфанге обогнали. Мы... Покажите цифры, кто там. Полномоченный. Раск, ты-то хуй там сидишь, пиздишь, блядь, на самом дне, нахуй. Вагон. Что-то я замечаю, короче, в последнее время, что мне очень ярости не хватает. А ты припод жрёшь на ярость? Припод на броню жрут. У тебя же есть припод, который ярость даёт. Не актуальный? Не можешь цифры с ДПСом, а не с нанесённым уроном? Припод на хаст лучше. Блять, на орке пить припоты сейчас это вообще зашквар, мне кажется. Луцинь, у тебя дерево это оф спек или третий спек? Второй. У меня нет третьего спека.
Тебя твинк обогнал, Р2. Ему можно, блять. А там хоть кто-то пошел открывать? Не знаю. Ясно. И не пошли? Ну, видимо, нет. Все ждут, да? А у тебя, кстати, вага такая херня не бывает? Типа ты как бы бьешь, блять, а роги нихуя. Ты можешь не попадать. Очень редко. Не... С капом у меня все нормально, блять. Ну странно, у тебя два ретро, ДЦ, батарейка, куча. Дайте баф, пожалуйста, по мне. У меня, короче, удар героя больше, да? Но при этом внутреннее кровотечение намного меньше. Кис, баф мне, пожалуйста, Энту. А у тебя таланты также вкинуты или у вас по-разному? Ты можешь, блядь, в талантах, в символах там. А мне в талантах. На Мегадзе иди. Лага, зачем ты вообще исступление качаешь? Прагу дает, наверное. Иногда оно работает. Когда тебя пиздят. Дайте каску, пожалуйста. Бристо баф. Смотри, на профе тебе всегда пиздят. Она может работать там постоянно. А, кто тебя постоянно пиздит на профе? Объясняю, как работает исступление. Оно работает от точечного урона, когда вару прилетает по ебалу. В других случаях оно бесполезно. Зачем тогда вкачано? Единственная польза — наличие в ХМ-ке накручивать ДПС на трэш. Потому что талантов других нет полезных. Как бы да, более полезный талант найдите. Кинуть в необузданный гнев писать. Это тоже сомнительный талант вообще в целом. Вкинуть в улучшенную кровавую ярость. Что если у вас проблемы с раком? Что за улучшенная кровавая ярость? Ярость без сердца, которая 20 раги, да. А это тоже проходная хуйня. Единички сюда достаточно. Подожди, проходная. Благодаря этой фигне нужно набирать столько, ну, 100% ярости перед неплохим бустом. Не знаю, с единичкой хожу, проблем не испытываю. То, что вообще ярости не бывает в какой-то момент, редко случается. Поэтому вара в хосту и одевается потом в писе. Чем чаще вар бьет, тем больше ярости. Пошли. Тут скорости, значит, малова. Тут скорее хоста уже связана с двумя дот. Там в хосту ради дот берут. Автоатака это не про нас уже. А чё вот этот Исман Цунами, чё, говно, что ли? Говно. Почти просто наш статут дает фиксированную от хосту. Говно. Фетч лучше. Просто вага. Лучше уж всегда получать какой-то профит от таланта, нежели чем когда тебя трэш поебал. Святое дело на лечить чуть-чуть подкрутить. Ну, профита нет. Никакого... Лично уже РБК, блин, получается. Босс, наверное. Дословно, если билд вообще сделан на скорую руку, я как бы шмот не с... так кое-как. Редвар не плачет там, слышит это. Зачем я плакать? Ты вразка, блядь, хуйню какой-то родишься. Плакать, блядь. Согрел пацана. Сейчас я плакать буду, блядь, точно. Но... Не начинается опять ругать. Обогнал, обогнал, красавчик. Ловушки задизармили там, нет еще? Справа есть. Но я то скажу, вещь. Тут не каждый сможет. Стой, стой, стойте, стойте, не идите вперед. Ясно? Да, началось. А что, тут мобы палят инвиз, что ли, или что? Какие-то должны, я только не помню какие.
просто смысл ему убить, кого может разминировать пути. Как бы сейчас один из танков активировал ловушку, а не рога. Просто поспешили немного. Не надо релогни. Релогайся. Как же боже. Перебьюсь. Всего хватает. 1293, Редвар. Нихуя, у тебя два раза больше, чем у меня. У меня всего лишь... Это Воля прокнула, я шучу. У меня меньше, чем у тебя стабильные хосты. Сейчас спадет, скажу. Сейчас один, здесь посмотрим. Один сколько. Кусок себе соберу, еще брюли перекину в хосту. 593 у меня своей. Сейчас тут посмотрим ДПС. Мало это 500. Тут главное пельмени не ловить. Вот это ты точно не поймешь, я в тебя верю. Ты уже за мной бегал, все равно словил. Верчи на баф и пул.